Всем привет! Получил очередной заказ с интернет-магазина F-магазин. Ну и давайте приступим к распаковке. Вот он мой заказик. Давайте коробку уберем в сторону и посмотрим, что, соответственно, я приобрел. Взял вот такие вот носки от компании Tegrider. Модель Expedition, имеют они температурный режим до минус 10 градусов, сделаны из хлопка, также присутствует некоторое количество синтетики. Вот такие вот недорогие трекинговые носки. Приобрел вот такой вот воблер от компании Fishercat, модель называется Bobcat 100 SP. Воблер имеет длину 100 мм, вес 12,4 грамма и заглубление до 1,5 метра. Взял в цвете X03. Следующая приманка — это вот такой вот воблер от компании Evergreen. Модель называется Shower Blouse. Имеет длину данная приманка 12,5 сантиметров и вес 26 грамм. Следующий — это вот такой вот воблер от компании Acara. Модель называется Mullet 110F. Длина приманки составляет 110 мм, вес 14 грамм и заглубление до 1,5 метра. Ну, вот такая вот классная миножка для ловли щуки, ну, и другой хищной рыбы. Дальше это воблер от бренда Jinza. Модель Fukui. Имеет длину данная приманка 96 мм. И вес 16 грамм. Воблер плавающий. Вот такая вот интересная приманка. Достаточно бюджетная. Приобрел несколько ратлинов от компании Acara. Сейчас еще найду коробки. Взял вот такой вот ратлин, модель называется Streamer 75. Данный ратлин специально разработан для ловли со льда. Имеет длину 75 мм, вес у приманки 14 грамм. Acara Plunger 80-ка, имеет массу 16 грамм. И представлен у меня в цвете А23, в таком вот натуральном цвете. Ну и вот такой вот малыш ратлин, который имеет название Acara Leaf 45. Длина 45 мм, вес 5,5 грамм. Цвет А100. Следующая приманка, которую я приобрел, это вот такой вот воблер от компании Gillis. Gillis — это австралийский бренд. Приманка у меня представлена в модели Classic 97 бара, имеет длину 97 мм, вес 14 грамм и заглубление до 3 метров. Также взял вот такую вот небольшую коробку от фирмы Ring Star, это японский бренд, такая вот небольшая коробочка, сделана очень качественно. При этом имеет вполне доступную цену. Еще один ратлин или VIP от компании Acara. Модель называется Cruzan. Имеет длину 60 мм, вес 15 грамм. Вот такая вот приманка. Еще один воблер от компании Gillis. Модель Classic 120 бара. Имеет заглубление до 10 футов, то есть до 3 метров. Длина приманки 12 сантиметров, вес 23 грамма. Вот такой вот воблер, разработанный для ловли барамунди. В наших условиях отлично подходит для ловли, к примеру, щуки, судака, ну или разнообразной морской рыбы, также если поедем на море. Необходимы мне были достаточно компактные щипцы. Ну и я увидел, что у компании Acara есть подходящего размера щипцы. Ну вот, приобрел. Достаточно недорогие щипцы.
Также взял вертушку от компании DAM. Данная модель называется FZ Dresset. Выпускается она в достаточно большом количестве размеров. Я взял в размере троечка. Имеет массу данная вертушка 6 грамм. Еще один воблер от компании Акара. Модель называется Хамстер. Воблер имеет длину 60 мм, вес 10 грамм и заглубление до 50 сантиметров. Так, ну это, похоже, подарок. Да, так и есть. Это подарок от F-магазин. Данную колебалку я не заказывал. Модель Sailor. 28 мм, вес 3,4 грамма. Спасибо F-магазину за такой подарок. Очень люблю ловить на микроколебалке. И вот данной модели у меня как раз в коллекции нет. Поэтому очень подойдет ко двору. Заказал две колебалки от... Сейчас я их найду. От компании Тимон. Это форелевое подразделение Шакала. Ну и вот взял модель Nibble и модель Quattro Spoon. Nibble идет в весе 1,8 грамм. Такая вот достаточно широкая блесна. А Quattro Spoon взял в длине 1,9 грамм. Еще одна колебалка. В этот раз от компании Daiwa. Модель называется Crusader. Это морская версия. Имеется соответствующая надпись SALT. Вес приманки 7 грамм. И имеет она вот такую вот классную расцветку. Еще одна микроколебалка от компании Gary Angler. Модель называется Country Lake. 5 грамм, цвет 20. Вот такая вот колебалка. Отлично работает по разнообразной хищной рыбе, окуню, там головлю, изю, щуке. Так, ну и последняя, по-моему, позиция. Да, остался только лишь чек. Это сертификат в интернет-магазин F-магазин. Подарочный сертификат, так как скоро праздники, поэтому решил приобрести на подарок. Вот. Ну, собственно говоря, все. Вот. Пустая коробка. На этом заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Данные товары можно приобрести на F-магазин. Ссылку, кстати, оставлю внизу под видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!